Всем привет, с вами Лени, и мы очень находимся в том моменте перед очень ответственным выбором. Вот, в игре South Park Палка Истины. Так, ну, собственно, нам предстоит выбор ударить Кайла, либо ударить Картмана. Ну, в принципе, давайте сделаем так. Твою мать, я так и знал, что ты конкретный чмо. Я думал, что между нами все было по-настоящему чмо. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Карма, 8000! Нихера себе. Нихера себе. Устроил тут пожар. Так, ну давай я так сделаю. Давай тебя рванем, что ли? Бомба вонючки, давай. Так, подожди. Ледяной душ. Замедление. Так, ну в принципе мы можем сделать вот так вот. Целебный эликсир. И все. Побочных эффектов нет. Представляешь, Картман, как это работает? Класс, класс. Ты даже пальчики вытираешь. Собака такая. Хорош. И силы восстанавливаются. Неужели так смешно? Это просто пипец обосраться, как смешно. Так, ну давай. У тебя кровотечение есть? Есть. Ну, в принципе, давай еще раз. Хорош. 4 кровотечения. И что такое? Слышу, только один великий магистр. Как-окей. А, его надо перебороть. Давай, 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 давай. Жми. Давайте. Нажимайте тоже. Быстро, быстро, быстро нажимайте. Смотришь на мои валю тебе. Блин, левой рукой ты не топнешь. Нажимай. Применяю секретную технику на... Перехват правой рукой. Эльфийский герой. Получено достижение. Магистр побежден. Молодец, сынчок. Дети готы, возьмите палку из парты. Победа наша. Эй, постой-ка. У наших парт нет ящиков. Что? В этой школе есть только такие парты. Но Питер сказал, что... Посмотри сюда. На этой парте кое-что написано. Загляни в мой шкафчик. Чья это парта? Клайда? Здравствуйте, люди, темные эльфы Зарона. Клайд? Он взял палку. Пока вы были заняты межусобной войной, я построил королевство, которое вам даже не снилось. Я молился, чтобы найти способ уничтожить вас всех, и решение снизошло меня с небес. О нет, опять зеленое вещество. Тем, что я нашел, я подниму армию мертвецов. Я подниму армию тьмы и уничтожу землю. Клайд, ну зачем? Я его выслал, чтобы он потерялся во времени и пространстве. Теперь он... Вы видите, дорогие, я могу управлять палкой и будущим земли. Клайд, не желаешь ли бутерброд? Не сейчас, папа, я записываю видео «Властелин тьмы». Кто управляет палкой, тот управляет миром. И посему, своим первым указом я объявляю вне закона королевства людей и эльфов. Я отбираю власть у обоих королевств. Твою мать! О, привет, мальчики. Можно поговорить с Клайдом, пожалуйста? О, Клайд играет со своими маленькими друзьями на заднем дворе. Нихера себе он отстроился. Ну давайте, лузеры. Ни хрена подобного, Клайд. Ты изгнан из времени и пространства. А вот и нет. А вот и да, придурок.
Армия тьмы, обороняй крепость. Нихера себе у вас тут. Крейг? Крейг, ты же на моей стороне. Ты утратил власть, хранитель палки так сказал. Этого не может быть. Твою ж мать, есть у меня власть. Прошу прощения, воины и маги. Я, конечно, хотел бы пригласить вас в свою крепость, мы, но, боюсь, уже слишком поздно. Слишком поздно? О чем ты говоришь? Ах, вот и где, Баттер. Знаете ли вы, сударь, который час? Тебе уже давно пора спать. Брат, возьми, нам давно пора спать. Блин, мне достанется. Клайд, тебе пора спать. Ладно, папа, иду. Блин, тут тьма как-то неожиданно приходит. Задание выполнено на такую школу. Доступно обновление. Так, что у меня по способностям? По способностям, что у меня? У меня доступно вот это вот. Так, вот это я прокачал. А это что такое у нас? Призывает на помощь подпольная организация. Каждый раз, когда атака достигает цели, ты наносишь врагу больше урона. И хуже атакует. Используй, чтобы добить врага, если прием был идеальный, урон наносит врагу сразу, а не... Я понял. Ну, давайте будем это прокачивать. Чё? Купить. Новое задание, вернись домой. А если я не хочу? Можно я еще 15 минут погуляю? Был у вас такой родитель, когда зовут домой? Ну, мэн... Ну... Пап, ну можно еще погулять, ну че? Как эти... Кстати, где мой дом? Я тут. А дом у меня тут. Правильно? Восстановление баланса. Вернись к догу и скажи, что все плакаты уничтожены. А, ну это, наверное, днем надо будет. Ну, давайте просто, короче, вернемся домой, да и все. Пойдемте до дома. Отдохнем. Поспим, накопим силы для дальнейших приключений. На тебе сугроб получи. Все равно сейчас в городе никого нет. Один я тут как дурак мотаюсь туда-сюда. Это же мой дом. Нет. Это был не мой дом. Подожди, вот мой дом. Это же вот мой дом. О, ну, здравствуй. Ты пропустил новость. Похоже, у нас в городе построят крупнейший Taco Bell в стране. Мамочка, папочка, влезли свой Facebook, узнаешь, что у тебя много-много друзей. Почему тебе не рассказать нам о них? Нет? Ладно, уже поздно, лапушка. Отправляйся в кровать, я приду поцеловать тебя на ночь. Так, залипла в телефон. Ну что ты за мать? Твою ж мать. Да это же прям Пикассо. Рыбки, рыбки, рыбки. Так, ну, там кровать. Спокойной ночи, моя кроха. Надеюсь, тебе тоже понравится наш новый дом. Здесь так тихо и спокойно. Ух, как я уебищно выгляжу без одежды. Пора работать. Работать всю ночь. Искать тросы. Эй! Ты не останешься, пока не нем тросы. Ням-там-там-там-там-там. Пора работать всю ночь. Искать тросы. Эй, мы не останешься, пока не найдем тросы. Ням-там-там-там-там. Черт, он проснулся. Этот пацан проснулся. Что теперь делать? Блин. Я думаю, надо его убить. Ладно, хрен с ним. Давай его прикончим. Неплохо так. Неплохо так. Так. Подмога. Способности. Давай мы смерть от тысячи порезов устроим. Подмога, братва. Хорош. Вот так вот, одним приемом всех забрали. Чёрт, там просто шкаф! Да он нас по стенке размажет. Но раз так придется, его немного сдуть. Валяй, колдун! И ты будешь так спокойно стоять и ждать?
Ах ты, сука. Иди на меня, чувак. Так, ну давай еще раз попробуем теперь. И все с кровотечением, да? Пошепта, сука! Выкуси! А, успел блок поставить. Блин, не успел. Ну ладно. Да и пофиг. Так, способности. Что у меня тут еще есть? А, блин, нихера нету. Вот это вот есть. Да давай вот это вот завалю, наверное. Или... Давай вот это вот. Хорош. Тебя хорошо. Блин. О. Так. Ух ты ж. Успел. Успел блок поставить. Мо, музяка пошла. В смысле, а почему вы ходите? Я не понял. Короче, надо исцелялку быстро делать. Вот эту вот. Ну да, на себя. Так, ну и так его просто добью. Мамочки, сматываемся. Так, все забираем. Это тоже забираем. Перчатки гнома. Нормально. А, эликсир силы. Так. А, мы теперь можем вот сюда вот. Пчелочки заходить. А у нас таких много. Пройди через пространство в стене. Блин, я не хочу сюда. Ага. По этим можно лазить. Шлем гнома. Это на... Супер мяч оружие. Но это как бы... Так. Подожди, нам это не надо. Паучья ножка. Стоп, подожди, подожди. Давай так. И вот так. Ну, ну подойди сюда. Ну. Ну ты не можешь, что ли? Капец, придется лезть. Потому что я так с крысой драться не хочу. А, вот как это работает. Все, слази. Клык. Острый, как игла. Откуда у крысы деньги, кстати? Кто-нибудь знает? Иногда я думаю, что нам нужно рассказать ему правду. Зачем? Чтобы он постоянно перебирал в голове? Лучше, чтобы он это вообще не вспоминал. Но если у нее впрямь есть этот талант, то он сам к этому придет. А потом они захотят применить его талант как оружие. Они не перестанут его искать. Мы должны все держать в секрете, даже от него. Я такая измученная. Может, ты просто займешься со мной любовью? Конечно, дорогая. Акт любви. Так, а это что такое? А, нам наверх. А что это за розовый хер? Ага, так, это мы тоже, наверное, должны открутить. Блин, а тут есть карта? Так, крыска. Тут крыска. Блин, тут есть карта, подожди. А, понятно. Самая лучшая карта в мире. Так, крыса, подожди. А. А, это просто пройти надо, да? Рваные трусы. Одежда гнома. Так, ну сет гном я собрал вроде, да? Вроде бы.
Так, ну нам здесь сюда и надо, в принципе. А, погоди. Иди сюда. Эй, крыса. Крыса, иди сюда. И что, я ее убил, что ли? Ха-ха, понятно. Так, а как пройти-то? А, все, я понял, здесь же огонек. Здесь же огонек, ну господи. Так, ну с этой придется драться, судя по всему. Блин, она меня первая укусила. Бафы необычного размера, бонус к атаке, нихера себе. Восстанавливается. Нихуя себе. Блин. А можно я все-таки оденусь-то в себя, наверное? Блин, наверное, стоит одежду одеть свою. Супер-мега. Базар. Еще приставки мило. Блин, кроме. Все, убежал. Давайте я все-таки одежду свою одену, потому что я очень плохо себя чувствую, особенно под эти звуки. Так, инвентарь. Давай-ка шлем. В чем я был? Шляпа года. Шляпа невидимка вора. Мантия некроманта. Понял. Когда атакуешь зомби? Костюм Гота, поглощающие доспехи, перчатки некроманта. Так, подожди, где мои-то? Перчатки Гота, перчатки прибыли. Так, давайте-ка я сменю нафиг причесочку. Дабстеп парик. Засальный парик, короткая стрижка. Токен парик Эма. Давай дабстеп парик. Вот это уберем. Я ж буду бандиться, вор. Надо просто так сделать. Усы ничего не будем делать. Очки нахер мне очки. Брать. Вот, все. Вот так. Мы будем енотом таким, знаете, из Happy Tree Friends, который. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто смотрел Happy Tree Friends? Напишите в комментарии. Помните ли вы еще такой мультик? Оу. Блин, я не могу это комментировать. Блин, мне даже ничего не дает сделать. Подожди, я этого не хочу. Я хочу вот это. Вот так. Эх, как бы мне не забанили за это. Ай, блин. Это, знаете, сделала вообще очень специально. Прям очень-очень специально, для того, чтобы ты не мог следить за тем, что у тебя на экране происходит. Так, ну это сам сдох. Так, давайте быстрей. Быстрей уходим отсюда.
Уходим отсюда быстрее. Что там было? Шапка из трусов? Охеренно. Так, все, вниз, быстрей. Я ни за что тебя не расколдую. Хоть режь меня на кусочки. Вы угораете, что? Ты не можешь без выкрутаться. Ведь же мог просто отдать нам свои трусы, да? Так, нет, начал задавать вопросы. Теперь ты познаешь истинную мощь пилевых гномов. Теперь все, ура, настало время настоящей белевой магии. Еще под такую музыку, собака. Кровотечение. Кажется, что ты немного великий. Так, теперь тебе надо, чтобы тебя немножечко стошнило. А давай вот так вот сделаем тебе. Я теперь ему буду по единичке наносить, да, получается? Один. Еще плюс пожар. Тошнота. Чего? Че это такое? Так, ты умираешь. Сорян, ты умираешь. Хорошо, твои дела. На, возьми. Бери. Ты сможешь стать маленьким или большим, смотри сам. Мы просто хотели собрать трусы, чтобы так и был больше не завалил наш подземный мир своей токсичной зеленой слизью. Вообще-то, зеленая слизь это... Что я сейчас увидел? Кажется, я был придавлен чьими-то шарами. Или это был сон? Вероятно, это был сон. Уровень 12. Как быстро у меня уровни копятся. Так, я уже взял. Теперь ты можешь уменьшить размер гнома. Жми G, пока не выберешь гномью пыль. Задание. Нажми А, чтобы переключиться между размером гнома и размером человека. Используй функцию трусы, чтобы попасть туда, куда раньше ты не пролазил. Эй, парень, раз уж ты изничтожил цвет нашей нации, может быть, поможешь нам набрать трусов? Нам совсем немного осталось, чтобы план выполнить. Фаза 1. Ну давай, пацан, нам нужно будет план по трусам. Ну так я же собрал 5 штук, нет? Собери 5 трусов. А я сколько собрал? Извиняюсь. Кирка гнома. Вообще, в целом, можно прям такой гномий сет собрать, и он будет прям мощный. О, меч окончаний. Получи бонус к атаке, когда убьешь врага. Получи 100 здоровья после убийства врага. Вообще, неплохой такой мечик. Так, способности. Прокачиваем дальше вот это. Купить. Я же вроде собрал 5. Чего вы гоните? Ком. О, Кайл. Все воины Зароны и Ларниона вызываются на экстренное заседание. Немедленно явиться в эльфийский лес. Так, народ, новое правило. Больше никаких баталий в Сити Вок. Мистер Ким пожаловался нашим родителям, и двое рейнджеров оказались под домашним арестом. Дуэль между Токеном и Стэном сегодня в эльфийском лесу. Приходите посмотреть, как гордость рейнджеров отдувает противника. Извините, друзья, я не могу. У меня талончик стоматологу. А, это уже было. Это уже было. Почему они продолжают подсвечиваться, когда я их уже прочитал? Что за ерунда? Так, а у меня есть где-нибудь тут еще эти потайные тропы? А, вот отсюда я вылезал в прошлый раз. Кусок тряпки. Деньги, отвертка. А, мне раньше, кстати, не было это доступно, по-моему.
Я думал, что у меня всего доллар. Я говорю, куда мне остальные деньги подевались внезапно. Так, ну тут все. Здесь я уже все облазил. Выходим отсюда. Ты же не думаешь, что я похлопаю тебя по плечу просто потому, что ты с кем-то подружился? А вот когда у тебя будет много друзей, я стану тобой гордиться. Понял. Понял. Надо заиметь много друзей. Эй, в эльфийском лесу проводится срочное собрание. Погоди, мне тут надо это самое. Задание поделать. Создание альянсов. А, в эльфийском лесу мне как раз таки сюда и надо. Чел медведа свин. Найди идеальное место под южным парком и используй. Примани плотоядную летучую мышь-кровопийцу. Так, короче, надо сюда сгонять, в канализацию. Посмотрим, что там вообще есть. Пока не пойдем на это заседание, мы всегда успеем это сделать, правильно? Когда же мы еще можем по канализации-то пройтись? В какой игре это есть? Ни в какой большой игре нет канализации, правда? Так. Где у нас? Нам сюда. Моя территория зомби пришли из атака. Чё? О, ребенка нашел еще одного. Мне Филм рассказал спрятаться здесь. Неплохо, да? И сколько я уже нашел? 5 из 6 нашел. Зон. Нам сюда. Нашивка Валькирии. Забираем. Так, здесь у нас ничего нету. Подожди, а пиво? Может, я могу это как-то... Но у меня пыль, управление напарником, стрельба. Нет, это просто пиво, я с ним никак взаимодействовать не могу, вроде как. Так. Тут какая-то зеленая жижа. Подожди. Отлично. А, он теперь... Ага, вот так вот. Делает, понял. А это полностью выключает его, наверное, да? Да, это его полностью выключает. Понятно, как гамбургер Карпина вынутый откуда? Предмет снял. Блин, крыса напала. Ситуация выходит из-под контроля. Ой, блин. Я забыл, как блокировать. Блин, меня стошнило. И там, и там. Так. А это я могу, в принципе, прямо так вот сделать. Хорош. А это я могу прямо так вот сделать. Хорош. Это чё? Чё за урон крыши? Алло. Что за 256? Ты чё, сдурел-то совсем? Стэн. Так, способности. Так, прежде чем способности, только предметы. Целебный эликсир. Так, подожди. А, я не могу... В смысле? Он не может использовать, потому что его стошнит. Все, я понял. Ну давай так. Ой, не на того я, наверное, сделал. Ну ладно. Меч Стена. Подожди, нет. Подожди. Способности. Вообще это... Нажми левую кнопку мышки, когда увидишь вспышку. Путь меча. Не, ну это эпичный, конечно. Не, ну вот это прям очень сильный удар против одного игрока.
против одного противника. Так, отдай данные по дефрейду Элгору. Подожди, я тут же еще не все взял. Так, а это нам надо как-то проложить путь, я понял. А вот это вот не понял. А это что? Это же мистер Хэнки! Вроде как. Ага. Ну-ка, пойдемте поздороваемся. Хау-ни-хау! Боже, спасибо, что пришел. Но здесь каждый день Рождество. Так что, когда я скажу, ты должен ответить. Мистер Говняшка, давай попробуем. Хау-ни-хау! Я не очень разговорчивый. Думаю, на ищение не пускают хрюзет, кого не попадя. Ладно, прошу! Этот парень с моими таблетками? Нет, это не тот, кто с таблетками для тебя, дорогуша. Ладно. Я звонил этому роду 3 часа назад. Это моя милая женушка осень. Она празднует Рождество водкой и мышечными релаксатами. А здесь Рождество каждый день. Минуточку. Где мои чертовы дети? Что значит, где дети? Ты должна была за ними приглядеть осень. Нет, за ними присмотрел нядя. Я не уволилась 4 месяца назад, когда тебя на нее сошнило. Я вряд ли я. Не... Извини, мы на минуточку. Блин, читайте это сами. Хау-ди-хау. Слушай, я должен помочь моей жене. Ты не смог бы пойти поискать наших детей? Они, конечно же, отплачу тебе за это. Это Саймон, Эмбер и Корнуолис. Передай, что папочка хочет, чтобы они вернулись домой. Тетки, приведи мне моих детей! Ты чертова бестия! Охереть. О, это же это. Жаба-полевка. Да, это... Игра меня не перестает удивлять с каждой новой серией. Это просто ржак. Эй, вступи. Чё? Так, а сюда мне надо войти, чтобы... Подожди. Вот так вот сделаем. Ты на тех нарвался. Так. Давай сразу с козырей пойдем. Так, все по крови. Так, давай. Нет, это даже не меч Стэна. Зачем мне меч Стэна? Вращающий меч Стэна. Нажимай левую кнопку, как можешь тянуть, когда увидишь, нажми правую. Класс. Я заблокировал. Я заблокировал. Все. Все умерли от кровотечения. Эр, ты чё? Чё? Получен достижение и не вставай. В смысле? Чё я только что сделал? Блин, чувак. Эй, сюда, мистер, прошу спустить меня, я замерзла, тогда раздался. И воняю, как дерево. Не хочу тебя расстраивать, но ты и есть дерьмо. Как бы. Так, а это мне надо обойти, да, получается? Какие тут сложные схемы, господи. Зачем в канализации так все сложно придумывать? Так, теперь нам вниз. Спасибо, мистер. Я хотел бы жить в благодарности, теплее и безопасно, но я не могу. Эмбер. Кстати, именно в таком виде сейчас представляют многие люди Эмбер Хёрд за ее ситуацию с Джонни Деппом.
Как вы, кстати, вообще на это смотрите? Хейтите ли вы Эмбер Хёрд или вам вообще посрать? Вообще, что вы думаете, что вообще происходит? Что за бомж? У тебя что, стоять, когда я это делаю? В смысле? Что, хватит на меня там все это делать. Нихера себе вы меня снесли, братки. Так, ну-ка, нате. Получите. Блин, конечно, урон они не наносят практически. Так, теперь целебный эликсир маленькая. Где маленькая? Дайте большую. Вот. Использовать. То не все. Ну ладно. Меч Стена. Не меч Стена. Вот это. Вот это. Блин, какие-то они прям мощные. Они прям вообще мощные, я сказал. Так, ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Сейчас я тебе покажу, что такое на заезде бой. Так, лагеря бездомных поменяли местоположение. Ну, ладно. Допустим. Быстренько. Какой-то запах. Блин, где еще эта какашка, а? Наверху. Блин. И что самое классное, нигде из этих мест мелких наверняка нету карты, правильно? Правильно. Нихера тут нету карты. Ну ладно, побежали направо. Так, я тут был. Ага. Приколдес. Жезл разрушения. Ну да, похоже. Вообще, в принципе, похоже. Так. Прикольно, я вырядился как осенизатор. Так, какой-то бомб. Что я сделал-то? Мне уже пофиг. Так, ну-ка. Давай. Кровотечку вызовем. У всех. Так, теперь способности вот это. Потому что с группы врагов только так и надо. Блин, а чё? Либо так, либо так. Ну ладно. Да хорош тебе бить-то. То два удара, то четыре. Вы чё? Так, давай. Один? Ты чё, сдурел что ли? Меч Стена. Давай вот это. А, он бьет, так скажем, по линии. Ну ладно. По линии, так по линии. Лагеря бездомных поменяли свое расположение. Это что значит? Так, может быть, я сюда смогу зайти все-таки? Нюхнули.
чё? Не понял, что я сейчас сделал? А, просто так. Так, а можно мне обратно-то? Нельзя. Всё. Ау-яу! Нормально. Так. Значит, где-то здесь это какашенция. Значит, по-любому где-то тут какашенция сидит. Да блин, да сколько ж тут... Да где ты, какашка? Так, сюда нельзя. Сюда можно. А, вот, нашел еще одного. Кейк, усыновлёдки, помогите, они пришли за моим орехом. Ой, ты разобил их маму. Нихера себе. Блин, вот здесь бы эту, как бы, осмотр магия. Но магии у меня нету. Ну давай. Забрасывай врага тухлыми яйцами. Ну давай по стандарту, короче. Пойдем по стандарту и будем вынуть, правда. Просто уничтожил. Здесь всегда большая группа врагов, поэтому что нам мелочиться. Правда, маманя у них спряталась. Блин. Ты тоже меня трахаешь? Я же защитился нормально. Ну ладно. Я надеюсь, ты умрешь? Ага. Он прям по ряду бьет. Причем как нормально бьет. Против кого-то нормально бьет. Спасибо большое, мистер. Я боялся, что эти крысы меня достанут. Я утопну. Ты же... Подожди, Саймон. Ты же не можешь утонуть. Алло. Ты же все-таки какашка. Ну ладно. Я уже понял, что эта игра не подчиняется никаким законам. Поэтому тут может быть все что угодно. Так, ну нам вниз. Новое сообщение от пользователя Иисус. Ну-ка, что там? 43. Ребята, все первым делом заглядывают в сердце свое. Там я прятаться не собираюсь. За идиота меня держите? Ладно. Так, а это что такое? Ага, окей. Собираемся. Грязь. Картонная труба. Блин, вот этот звук мистера Хэнки. Прям вот от души дополняет эту локацию шарма. Так, ну надеюсь, я третьего уже найду в скором времени. Ты откуда вылез? Ну, что поделать? Придется драться. Так, теперь. Ну, давай так. Ну, нормально ударил. О, я был готов к четырем. Я был готов к четырем. Так, это отлетел. Подожди, ну тогда нафиг мне это. Вот это. А,
Эти бомжи прям какие-то бомжи. Извиняюсь за тавтологию, конечно. Так. Короткий путь. Это мы вот сюда. Это мы вот так. Все забираем. Все очень нужные нам предметы. Такие как какашки и волосы. Сами знаете откуда. Так. И это что там такое происходит? Скелеты? Я что, сейчас буду еще со скелетами драться? А, это крабовые люди. А, о, летучая мышь. Свежее мясо для моего верного волка. Так, ну ладно, у нас уже есть проверенная схема, так что... Которая работает. Класс, класс. Так, меч Стена. Давай, в принципе, вот так вот бахну. Хорош. Против мелких тварей срабатывает на ура. Так, теперь. Ну, иди туда. Интересно, как будет тошнить летучую мышь? Класс. Конечно, у Стена, у него такие суперудары, они у него не очень сильные. Но вот обычные удары. О. В смысле? А как я это должен, как бы... Костюм морской свиньи. Не понял. Как мне вот это взорвать? Кто-нибудь скажите, пожалуйста, в комментариях, если не сложно. Ой, мамочки. Ох, не говори. Ладно, давайте вот так вот сделаем. Немножечко пойдем другим путем. Так скажем, одним из старых. Просто ваншотим. Херам. Я не туда хотел, ну что ты? Ну капец. Так, ну-ка вниз. Нашивочки, все это пригодится. Когда-нибудь, может быть. Используйте предмет кровавый апельсин. Понятно, это для охотника задание. 8000! Ни хера себе. Так, ну давай я самое мощное сделаю против тебя. Что-то не очень сильно накачанный. В смысле? В смысле ты 3 косаря отхилил? Ты что, сдурел что ли? Ну ладно. Слабый. Косарь. Ты сам этого хотел? Да. Еще минус полторы. Сканирование сонаром. Так,
Ну все, он как бы труп пешничек. Не, ну конечно, у нас сейчас уже так все прокачано. Нормально так. Так, у нас, по-моему, все для Джимба. Надо будет как-нибудь к нему сходить и... Опа. Вот это вот неожиданный поворот. Не, ну нам надо будет обратно сгонять вниз и все-таки найти ребенка этого мистера Хэнки. И на этом я, наверное, сейчас закончу. Искать мы будем уже в следующей серии. А сейчас подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки. До встречи в следующей серии. Всем пока.